различных грузов и боевой техники перевоз тиранин. Задачу по выброске воздушного десанта выполняет экипаж самолета Ан-26, возглавляемый командиром корабля летчиком второго класса гвардии капитана Артемом Задерук, выпускником Краснодарского авиационного института, имеющим общий налет 1100 часов. Экипаж выполняет проход на высоте 1200 метров на скорости 300 км в час по следующим десантированием парашютистов. Вы сможете наблюдать, как в небе открываются яркие купола парашютов, и вы увидите развивающиеся флаги Российской Федерации, Андреевских военно-воздушных сил, а также Красное Знамя времен Великой Отечественной войны. Уважаемые гости нашего